Диверсант запускает в воздух ракеты, тем самым указывая путь фашистским стервятникам. На поиски диверсанта выдвинулись бойцы комсомольского истребительного батальона. Комсомольские истребительные батальоны формировались в основном из студентов вузов, которые и в годы блокады продолжали функционировать. Войска местной противовоздушной обороны, войска воздушного наблюдения, оповещения и связи бдительно наблюдали не только за воздухом, но и своевременно предупреждали и оповещали о авианалете. Оказывали помощь сотрудникам НКВД в выявлении и задержании вражеских диверсантов. Вы видите, как добровольцы комсомольского истребительного батальона поймали диверсанта. 25 июня 1941 года вышло постановление Ленинградского обкома и горкома ВКПБ о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в Ленинграде и Ленинградской области. К месту поимки диверсанта прибывает офицер штаба Ленинградского фронта. По законам военного времени приговор диверсанту мог был вынесен прямо на месте. Представитель штаба Ленинградского фронта отдает приказ начальнику патруля по законам военного времени расстрелять диверсанта на месте. Так будет с каждым, кто посягнет на нашу родину, кто посягнет на наш великий город. Диверсант расстрелян. Еще на одного гада на земле стало меньше. Наши бойцы оттаскивают тело расстрелянного диверсанта подальше от нашей артиллерийской позиции. Немецкие летчики все же заметили ракеты, которые были выпущены диверсантом, и армада фашистских самолетов надвигается на город Ленинград. Говорит штаб местной противовоздушной обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Расчет артиллерийского орудия занимает свои боевые места и готовится отразить налет немецких стервятников. Фашистские самолеты приближаются к Ленинграду. И пытается отогнать вражеские самолеты от города Ленина. Простые герои, простые труженики войны,
они защищали небо и поход Ленинград. Воздушная оборона Ленинграда осуществлялась вторым корпусом КВО под командованием генерал-майора Захишина. Боевой информации о действиях воздушного, в том числе морского и наземного противника, вели силы ПВО Ленинграда, обеспечивали полки МНОС. Одного из немецких стервятников удалось пробиться к Ленинграду, и он сбрасывает на город свой смертоносный груз. Бомба взорвалась. Бомба. Санитары, казак, помощь раненым! Фашисты сбросили свой смертоносный груз на город. Часть бойцов зенитного орудия ранены. Им начинают оказывать первую медицинскую помощь. На место павших бойцов становятся их боевые товарищи. Вы видите, на позициях появляется сам инструктор. Скольких бойцов вынести на руках эти хрупкие девушки? Высота 2400! Она тем временем на город надвигается вторая волна немецких самолетов. И сейчас на его поиски отправляются бойцы комсомольского истребительного батальона. Отделение за мной! Начитать местность! Найти вражеского летчика! Ну, в машину сяду. Немецкий летчик пытается отстреливаться,
Наши бойцы стреляют в основном в воздух, потому что задача нашим бойцам поставлена взять летчика живым. Папа, взяли. Взяли? Да. О-о-о. А мы слышали, как стреляли. Что, Арина, а где палатка? Вон. А что морду не набили? Вы видите? Летчик схвачен, он пытается дергать и сопротивляться. Его подводят к командиру батареи. Он еще смел. Ведь это всего 1941 год. Немцы еще наглые. Послушаем текст, что же говорит немецкий летчик нашему офицеру. Вы меня не запугаете. Я бомбил Варшаву и Лондон. Фюрер приказал стереть ваш город с лица земли, и мы выполним приказ. Ваше положение безнадежно. Вам и вашему городу осталось существовать не больше 2 недель. Я верю в победу Великой Германии. Видимо, это последние слова, сказанные фашистским стервятником. За пленным немцем выдвигается автомобиль военной комендатуры. Фашистского летчика увозят в военную комендатуру. Только что вы увидели, как действовал расчет 85-миллиметрового орудия в годы Великой Отечественной войны, защищая город Ленинград. Подразделения этих пушек обеспечивали как защиту с воздуха фронтовых частей, так и административных центров и промышленных предприятий. Значительная часть 85-миллиметровых пушек использовалась в качестве противотанков. Вооруженный 85-миллиметровой зенитной пушкой противотанковый дивизион был штатной боевой единицей каждого танкового и механизированного корпуса Красной Армии. В целом, за весь период войны из 21 645 самолетов противника, сбитыми наземными средствами ПВО, на долю зенитной артиллерии среднего калибра приходится 4047 самолетов. Средний расход снарядов на один сбитый самолет составлял 598 снарядов. В память о тех, кто защищал наш город 900 дней и ночей. В память о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, прошу возложить цветы к вечному огню. Ограждение снять. Так теплее. Цветы возлагаются к вечному огню и к легендарному 85-миллиметровому зенитному орудию, защищавших наш город. Слава
доблестным защитником Ленинграда. Я говорю с тобой под свист снарядов. Угрюмым заревом озарена, я говорю с тобой из Ленинграда. Страна моя, печальная страна, кронштадтский слой, неутомимый ветер в мое лицо закинутое бьет. Во убежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза. Бессонная.